Здравствуйте. Немножечко хочу поделиться впечатлением от машины Haval M6. Вот мы купили в семью. И у нас соседи тоже приобрели такую же машину. И когда мы им сказали, что можно смотреть видео, вот, не просто слушать музыку, но смотреть видео, то есть были удивлены, опцию такую не знали. Ну, потому что, конечно, когда вставляешь флешку с музыкой, соответственно, видео никакого нет. То есть мы с детьми вот передвигаемся, когда вот открыли для себя вот такое вот счастье, что вот можно, они с заднего сиденья. Сейчас покажу. Сидят там сзади, немножко наклоняются, конечно. Но в результате есть возможность скоротать время. Им есть чем заняться. То они постоянно что-то балуются, то что-нибудь шумят. А это тут головки склонили и смотрят мультфильмы. И практически ничем не отвлекают. И когда передвигаешься с ним, они, в принципе, в машине не засыпают, потому что они смотрят постоянно какие-нибудь мультики, что-нибудь там показывают. Потому что есть такая опция на машине Haval или Havail, там как ее называют. Знаете, что такая вот штука классная присутствует.